Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим. Я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Вы куда? Это же самое веселое! Клево! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать! Мы проводники, своих не бросаем. Ладно, исправлюсь, обещаю. Еще один нашел. Это довольно близко. Спасибо. Слушай, Делсин, в то же место направляется кучка дезовцев. Но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что там у них. Главное, я не один. Это подойдет. Да! Мутанты вперед! Да, ура! И все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит с тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Thank you.
Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, альфа-самец! Как я исчез? Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? У меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Да не гони, все тебя любят. Тот парень, которого ты только что спас, он так и орал. Юджин круче всех! Откуда он узнал мое имя? Без понятия. Вот был бы ты тут, сам бы и спросил у него. Но вообще-то хорошо было бы и другим людям помочь. Молодца, тогда скажешь, как будешь готов. Реджи, извини, что так долго. Во-первых, я рад слышать, что ты все еще жив. А во-вторых... Ты сначала посмотри, что я теперь умею. У меня мечи и ракеты, и демоны, которые пикируют прямо с неба. Да, звучит опасно и глупо. Ну и круто, отчасти. Спасибо. Скорее бы показать это все Августине. Слушай, ты мне не поможешь? Я тут слежу за акулами. По-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям, обсудим план. Почему мне за это не платят?
Все как по телеку. Наркота для дурака! Наркота для дурака!